Сейчас, одну секунду, у меня тут небольшая, все норм. Все, Настя, я запустил. Короче, ребят, с платформы, которой вы стреляете с помощью РПГ, она со временем будет булка исчезать. Это правда. Будьте осторожны. С помощью... Что это? Это лево-право. С помощью правого клика можно стрелять из машины. Или ложь. У нас танкист. Ух ты. У нас все специалисты собрались, как я вижу. В одной команде сразу. Так мне интересно. Может, даже булка гэнг-бэнг любит. Я не знаю. А что это такое? Это когда девушка сидит на диване. Ладно, и ври, давай. Американских парней сидят рядом. А девушку зовут Пайпер Перри. Ой-ой-ой. О, моя розовая. Или Абелла Денджер. Ну, короче, вы сами себе попридумайте. Я знаю такие. Как это интересно звучит. Булка, объяснение жду мне на стол. Первыми будут пропадать черные платформы. Ребят, будьте осторожны. А потом? Ой, извини, это было... Как бы не очень хотелось бы тебе, чтобы... Эскобар, прощай. Спасибо, Настюш. Мне кажется, машина вторая. Какой цвет-то сейчас будет? Розовый пропад. Ой, да, розовый. Не спешу! Что? Гениально. Человек ждет объяснения, типа ты Саша Грей, Пар Пайпер Перри, Абелла Денджер, Мия Халифа или Ева Эльфи. Пар Пайпер Перри. Ну или в край Лана Родс. Бой, я правильно понял, тут платформы исчезают. Чувак, я полчаса об этом говорю, и притом на русском, а не на иврите. Не, просто все говорили, я так и не понял. Короче, скоро еще и голубые исчезнут. Да. Кто-то мою розовую взял. Неплохо. Упс. Что, мелкий у нас один там остался, да? Да. Да, ребят, машины не скипают. В этом плане. Все, у него последняя платформа. Артзабий, он только Настю слышит. Настя у нас в категории Милфа. Серьезно? Спасибо, знал, конечно. Я тоже не знала. Ну ты говоришь, что мамка, все твои дети. А мама, мама. Да боже, упасти меня от этого. Не, ну в будущем-то. Все, в будущем тоже. По детям. И с одними будем бегать. Не хочу срослеть. Бей его. На капот ступимся. Красавчик. Ребята, пишите в комментариях ваших любимых актеров и актрис. Лысый. Бразерс лысый. Пайпер Перри. Джонни. Джонни Бразерс из лысых. Джонни Лоханте из Томолока. What the fuck? Джонни. Настюшка, добро пожаловать в мой клуб.
Булочка, на Настя, булочка тебе передает. Добро пожаловать в мой клуб. Нет, булочка, мне еще рано, спасибо. Чуть-чуть еще, года три хотя бы, можно я? Понаслаждаюсь. Да, именно так. Я забыла, что первое пропадает, черные? Да. А как сигналить? Ой, не сигналить, ой, стоять. Давай, например. Ой. Какой клуб? У меня не стреляют. Глеб, клуб называется Гачи Мучи. Я что-то не знаю, Булка. И очень хреново, если ты знаешь, что это за насилие. В смысле хреново? Почему хреново? Ну, если Мил парень хочет. Знает, что такое Гачи Мучи, то это я хреново. Знаю. Ать! Танкист! А что тут его? То, что ты знаешь, что такое? Джон Фокс, это тебе нормально по воздуху ходить? Джон Фокс, а тебе нормально по воздуху ходить, нет? Машину поменять можно или как? Да, меняй, конечно. Начнёт выйти, я сдал. Всё, минус. А всё мог. Не знаю, мне понравилось. Чё, я один? Эгэгэ. Куда вы столько ракет ставите? Вы чё, совсем? Ну, сходите. О боже, как? Танкист! Мы бы выяснили, с чем имеем дело. А вы знали, что тут есть наводящиеся ракеты? Знали. Которые ни хрена не наводятся. Наводятся. Ни хрена. Танкист пишет. Танкист встает перед моим лицом. Я стреляю. Ну все. Ребят, что за тупая привычка? Я стою с базукой, все время кто-то передо мной стоит. Всем привет, привет, привет. Привет, привет, кто это? Вика, привет. Эскобар, ты мне нужен, срочно, быстренько, быстренько, быстро, 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 очень срочно. Я скоро приду. Кто это, Даша путешественница? Эскобар, ты мне нужен быстренько. Или Лана Роц. Уходит резко. Она услышала, что я на эфире зашла. Это моя любимая актриса, она. Да-да-да, притом у него родился сын, пока не знаю, его в школе убьют или изобьют до смерти. О, типа в школе будут почти говорить, чувак, хочешь увидеть нюцы твоей мамы? О, а что да? Ты дебил. Ну нет. Как стать не русским? Украли пацана. Президентом, надо кушать картошку. Не говорите, выиграли? А, нет. Что тогда? Почему у меня экран мелькнул? Все это, когда мы выиграли. Я свет выключается. Бустер! Есть. Ладно, ребятка, я отойду. Нужно поесть. Отлично, вовремя. Вовремя пропадается. Ну ясно. Она пропала, когда я решил залезть туда. Какое время. Булка. Глеб, пожалуйста, разговаривай. Булчонок. Разговаривай предложениями и сразу все говори. Ты вышел? Просто все, что хочешь сказать, сразу скажи. У
меня квота... Красотулька. Да-да-да, красотулька и так далее. Только в одном предложении всего скажу, чтобы эта квота опять не закончилась во время. Настя! Молодцом, молодцом, что ты твой я взял, молодцом. Ты наськаешь. Смотри, там такое. Гусь опять со своими развлекается. Не знаем, Дин, эти люди в опасности. Их надо вывести из дома. Выведем. Нет, прямо сейчас. Это каким же образом? Сегодня я не смог никого убить. Ребят, должен выйти. Стенку. Прошу прощения. Все понятно. А куда Сергей ушел? Поесть. А. Но мы ее уже знаем. Вот только знаем ли мы все. Что именно ты помнишь? Ты на той ночи? Да. И что тебе, Паша, не понравилось в этой карте? Я на следующее с вами пойду. Нет.